всем зрителям, подписчикам канала Уральского усадьба привет. Сегодня у нас идут работы по демонтажу теплицы 4х8, деревянная под стекло, и установки на ее месте нашей арочной теплицы 3х8. Стекла мы поснимали. Сейчас разбираем каркас. Выросли огурцы. Хана огурцам. Все, каркаса нет. Огурцов тоже. Поднимется, то поднимется. Начинаем строить теплицу арочную 3х8. Каркас арочной теплицы у нас установлен, закреплен к брусу. Сейчас мы начинаем его крыть. Теплица будет простая, без форточек, без всего. Просто 8-метровая арочная. Закончился монтаж у нас теплицы арочной, шириной 3, длиной 8 метров. Пойдем смотреть поближе. Немножко тесновато тут, но ничего. Разрезная дверь форточка с одного торца. Также у нас есть торцевой резиновый уплотнитель для большей герметичности конструкции. Поликарбонат 4 мм толщиной, 0,7 плотность, 0,8, хороший поликарбонат, долго будет служить. Каркас теплицы из профильной трубы 20х20, покраска полимерно-порошковым способом. Все у нас стоит на брусе, брус пропитан антисептиком, сечение бруса 100х100 и закреплен колышками в земле, чтобы теплицу не было. Также есть диагонали укосины для большей жесткости конструкции. Огурцами клиенту пришлось немного пожертвовать, но часть уцелела. Еще будут расти, правда, уже по земле. Отвязать уже будет нереально. Вот торца у нас форточка открывается снизу вверх на угол примерно 60 градусов. На этом все. Задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх, пишите свои комментарии. Всем пока!